посмотрите, какое свечение буквально с неба над облаками. И там, я вам скажу, не солнце. Потому что солнце зашло с другой стороны. А если это луна, вы посмотрите, как ярко она светит. Вот это как раз то место, в принципе, где должна взойти луна. И вот таким образом она освещает сейчас ночной Геленджик. Фантастика какая-то. Ну и кадр мы с вами снимаем. И буквально за день до этого эффекта я зафиксировал несколько звезд на небе, а точнее их приблизил. Вы сейчас посмотрите. Ну что ж, друзья, я продолжаю наблюдение за этим невероятным эффектом. Даже если там восходит луна, а она примерно там восходила, то получается, что луна светит сама. Вы посмотрите, какими разносторонними лучами, буквально как прожектор, освещаются эти облака. Будем ждать восхода луны и посмотрим, что происходит. Как будто бы свет или око создателя прямо там скрывается над нами. И яркая звезда, вы видите. Фантастические кадры в Геленджике. Итак, прошло еще немножко времени. Облака изменили свою форму, но лучи все так же видны. Где-то 6, 7, может быть 8 лучей в разные стороны. Будем продолжать смотреть, что там произойдет и что действительно покажется из-за облаков. Итак, друзья, прошло еще некоторое время, но посмотрите, что-то летит слева. Наверное, прошло минут 20-30, какая-то звезда или объект летит. И вот таким образом моргает. Я не знаю, что это может быть такое, но самолеты не летают. Вот сейчас кроется за тучу, видите? И звук небольшой есть, как будто где-то вдалеке от самолета. Вот такая вот картина продолжается, все небо буквально в облаках. И я не вижу, чтобы взошла луна, но свет все так же где-то за ними. Что там происходит, я не могу понять, но уже больше 12 часов ночи. И пока вот такая вот ситуация. Ух ты, ё-моё. Итак, друзья, вы не поверите, но я действительно смог приблизить и только что снять Юпитер, сам этого не ожидал. Вот по факту мы видим кругляшочек со спиралью, наклоненный куда-то очень сильно вправо. И он быстро перемещается наверх, в правую сторону. Попробую, конечно, еще приблизить, зафиксировать. Может быть, что-то у нас получится и даже увеличить. Итак, друзья, если бы вы знали, как сложно увеличить этот Сатурн, но в данном случае у меня кое-что получилось, и мы буквально фиксируем его в прямом эфире на Nikon P1000 с берегов Черного моря. Это всевидящее око, по моему мнению, или та самая черная дыра, которая существует, возможно, в космосе, как рассказывают нам ученые. Но вид очень хороший, качество отличное. Вот фотоаппарат стоит на месте, а этот Сатурн с кольцами перемещается сам. Фантастика. Еще попробую поймать. Тут, конечно, каждый момент и каждое движение достаточно сильно дорого, потому что на любое движение фотоаппарата уводит из кадра этот странный Сатурн. Все, он ушел наверх. Мы выяснили его движение. Сейчас попробовал максимально приблизить, зафиксировать и рассмотреть. Вот такая вот картинка у меня получилась. Удивительный эффект, что Луна перемещается слева направо в этот же самый момент, а Сатурн как-то по диагонали вверх. Летит как запущенный диск и имеет очень сильный уклон. Просто безумно сильный, такое впечатление, впереди него что-то беленькое тоже есть. Нужно будет понаблюдать нам еще. Знаете, такое впечатление, что впереди Сатурна есть маленькая беленькая точка, и именно она его ведет по небу, буквально как проектор. Впереди летит и проецирует нам вот этот Сатурн, и получается, Сатурн не настоящий. Видите эту маленькую беленькую точку, ее очень хорошо видно сейчас, пока он перемещается наверх. Итак, друзья, меня знаете, что больше всего удивляет? Снова я смог зафиксировать это так называемый Сатурн. Почему я на море так хорошо вижу все эти космические объекты? Буквально лучше, чем в центральной России или
южной, точнее северной территории. Здесь просматривается все просто великолепно. А вот как вы думаете, в чем парадокс этого эффекта? Почему на юге около моря космические объекты видны лучше, чем у нас? Здесь ведь достаточно сильная жара, испарение. И вообще мы находимся низко над землей, просто на уровне воды, а качество великолепное. Ну, в общем, друзья, вот такую вот маленькую точку в небе я заметил. Я даже сейчас вам покажу, как я ее приблизил вот буквально с нуля. Допустим, вот город у нас там ночной. Короче говоря, темнота, ничего не видно. Я начинаю приближать, увеличивать ночное небо. Увеличиваю, приближаю. И ни с того, ни с сего вот эта вот звездочка превращается вот в такой вот Сатурн. Фантастика, друзья, просто фантастика. Какие кадры мы снимаем, невероятно. Так, еще чуть-чуть левее заметил над крышей здания еще одну очень яркую звезду. Попробую сейчас приблизить, увеличить и посмотреть, что она из себя представляет. Может быть, это Юпитер или еще какой-то инопланетный корабль. О! Это наверняка Юпитер, потому что уже видны, видите, белые огоньки справа. Три огня неровных. И с левой стороны, кажется, то что-то моргало только что. Я пробую приблизить. Сейчас мы все просматриваем. Фокусируется, идет настройка. Пытается пойматься камера. Приближаем. Вот, вы посмотрите. А это мы с вами, видимо, действительно зафиксировали Юпитер с его различными спутниками, так называемыми. И опять, тут знаете, какой главный эффект? Что мы видим очень хорошо освещен, во-первых, Юпитер как Солнце. То есть Юпитер это никакая не планета, потому что, знаете, мы могли видеть его как Луну, месяц, но он всегда круглый и освещается полностью как Солнце. С правой стороны три точки неизвестных, две почему-то неравномерные. И слева, кажется, тоже был огонек, но сейчас я его не вижу почему-то. Он скрылся из виду, вот он появился вдалеке слева. Получается четыре светящихся объекта. Кстати, вокруг Юпитера существует как раз четыре так называемые луны, возможно, это они есть. Но я еще попробую сейчас поприближать, посмотреть. И самое главное направление, все движется тоже куда-то вверх и направо. Очень похоже, как у Сатурна с кольцами. То есть корабль богов Юпитер. За нами наблюдает очень яркая звезда. Итак, друзья, сейчас я еще максимально приблизил. Все увеличил, видим белую точку впереди. Она как-то переливается или пульсирует, еще одна точка, вторая, третья, как будто бы непонятные странные огни. И появляется этот белый шар, так называемый Юпитер, или планета богов. Потом они все перемещаются куда-то наверх, а вот эти вот маленькие луны как будто бы вращаются. Мне хочется полностью проконтролировать весь процесс. Как вы вообще думаете, возможно ли такое, что это никакой не Юпитер, а настоящее Солнце, вот как наше, а вот эти светящиеся объекты справа, это условно Земля, Меркурий, ну какие-то рядом находящиеся планеты или Земли, и они освещаются вот этим Солнцем под названием Юпитер. Это как огромный космический или межгалактический корабль, и вокруг него созданы вот эти земли для того, чтобы там были другие цивилизации. А Юпитер, как Солнце, просто светит, но не греет. Очень интересная информация, давайте подумаем над этим. Итак, друзья, вот таким образом мне удалось сделать максимальное увеличение. Мы сейчас четко видим, как вот эти огоньки справа крутятся, переливаются, а этот огромный шар светится, как наше Солнце.
и не имеет полумесяцев, например, как Луна. Просто ярко-ярко светится, быстро движется вверх. Давайте я еще раз вам покажу, как я смог увеличить этот Юпитер, с какого расстояния. Вот я его буду отдалять. Дальше. Этот кругляшочек еще дальше, как гигантский корабль над нами завис. Светящаяся звезда. Мы удаляем камеру. И вот оно здание, видите? Только вот этот странный Юпитер с его огнями по краям перед нами, буквально над нашим домом, где мы находимся, но видимость шикарная. С учетом того, что мы расположены на море, я сам безумно удивлен вот этому качеству. Просто супер качество. Мы приближаемся на фотоаппарат Nikon P1000. Фантастический кадр, друзья, просто фантастика. Хочу еще какую-нибудь звезду поснимать, посмотреть, как она выглядит по сравнению с этим Юпитером и Сатурном. Думаю, что будет очень интересно. Сейчас попробую найти что-то важное на небе. Ну что ж, мои дорогие друзья, в эту ночь я больше не смог зафиксировать что-то важное и секретное, но в любом случае мы продолжим наше наблюдение. На этом говорю вам до новых встреч, мы скоро увидимся, поехали, пока и бум!